Hellcat. Всем привет, друзья! Меня зовут Саша, вы на канале Hitman 12. Это рубрика «Лучшее за видео». Забираем сундуки. Сундук. Короче, рассказываю предысторию. Я не играл. На третьем бою запись оборвалась, и все, и я потерял целое видео. Конец. Там так прикольно было, но нет. Ладно. В бой. Нужно ехать вперед. Понятно. Я, наверное, два боя пишу и все. Здорово. Так. Туда. Пока. Да, пока все. Угу. Да, все, пока. Угу, пока. Угу, все, давай. Пока. Мы выиграли. Я получил 1180 опыта. Да. Просто нанеся 513 урона, уничтожить 0 урона, ой, 0 танков. Я получил 1180 опыта и 13 тысяч кредитов. Дальше бой. В бою. Постараемся выиграть. Это же война. Война. 7 танков против 7 танков. Да, вот это война. 7 танков против 7. Ой, здорово. Но он мне больше урона нанес. А я средний танк. Ой. Тихо, тихо. Я поехал, короче, ладно.
Так. А откуда ты знаешь, что тут? Если движение невозможно, почему я двигался тогда? Я промазала. Они сзади меня зашли. Я бы сейчас убил одного, алло. Эта штука не дала мне убить этого чувачка. Которому повезло, ему просто повезло, так-то бы я его убил. Молодца. Пока. Пока. Нет. Еще не пока. Он пока. Все, 4244. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока!